Северный ветер сегодня достигал скорости 24 метра в секунду, однако никаких ЧП на территории города зафиксировано не было. Штормовое предупреждение продолжит действовать в Северодвинске. До конца дня горожан просят быть внимательнее. По сообщению специалистов гидрометцентра Северного УГМС, в связи со штормовым ветром в дельте Северной Двины ожидается подъем уровня воды до 250 сантиметров. При этих уровнях происходит затопление причалов, придомовых территорий и земельных участков островных территорий. Северодвинску подтопления не грозят, однако на море возможны высокие волны от 8 до 11 метров. Такой сильный ветер у нас связан с циклоном. Центр его находится над республикой Коми. И мы находимся в его активном тылу. У вас наблюдается северный ветер 10-12 метров в секунду, порывами до 20 метров в секунду. Порывистый ветер способен валить деревья и вырывать их с корнем. Северодвинцев просят быть внимательнее, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Уже в выходные погода наладится. Завтра днем ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет снег, местами метель и гололед. Кстати, как отмечают синоптики, ноябрь выдался теплым на 6 градусов выше нормы. А первые по-настоящему зимние морозы ждут Северодвинск уже в первых числах декабря.